Я хочу самый стойкий, самый шлейфовый, самый комплементарный, самый яркий, самый запоминающийся аромат. Подскажите, пожалуйста, мне такой. Наверное, это самый частый вопрос в личку абсолютно у всех блогеров, я в этом уверена. Также очень часто люди любят задавать этот вопрос в комментарии. И я прекрасно понимаю таких людей, потому что когда мы платим немаленькую сумму за парфюм, мы хотим, чтобы у него были просто все показатели на 100-500, как говорится. Так вот, друзья. Всем привет, меня зовут Карина, и сегодня я буду говорить именно о таком аромате. Но лично для меня, вы знаете, это не самое главное в аромате, вот это все перечисленное. Для меня важны эмоции, для меня важны ассоциации, для меня важны картинки, характер аромата, его душа, можно так даже сказать. И этот парфюм, который я вам сейчас покажу, да, он по показателям просто на 100-500, выше всяких похвал, поэтому здесь платя не маленькие деньги, потому что аромат не бюджетный, но вы можете в этом плане вообще не переживать, потому что по всем пунктам плюсик, плюсик, плюсик. Но лично меня этот аромат покорил совсем за другое. Этот аромат оказался тем, что я искала несколько лет назад, и сейчас, когда я вам начну рассказывать предысторию, конечно же, вы все поймете. А аромат это фэшн-терапия от нового совершенно бренда, который называется Дональд Франсис. И у этого бренда я не была вообще знакома с этой маркой. Оказывается, что у этого бренда всего 3 аромата. Надеюсь, что временно, надеюсь, что будет еще что-то интересное выходить. И когда этот парфюм вслепую ко мне приехал, я вообще о нем ничего не знала. Я просто ахнула, друзья. Но сначала предыстория. Несколько лет назад, когда всем известный ныне Ганимед набирал обороты, набирал популярность, и про Ганимед просто из каждого утюга, можно сказать, мы слышали, и, естественно, меня тоже раздирало любопытство, но так как на этот парфюм были очень противоречивые отзывы, я сомневалась, нужно, не нужно, вдруг это мне не понравится, аромат дорогой. И вот в очередной раз, когда я листала отзывы на фрегрантике, какой-то свежий отзыв попался мне, который гласил, что Ганимед — это аромат фильма «Дюна». А это как раз был тот период, когда только вышла «Дюна», и мы сходили в кинотеатр с мужем, и нам безумно понравился этот фильм. И вы знаете, я вот читаю эти строки, и это оказались те правильные, те нужные слова, которые коснулись лично меня, за правильные ниточки потянули, и этот отзыв, он стал решающим в пользу того, что я должна купить Ганимед. И я купила Ганимед, но, друзья, я совершенно не увидела в нем Дюну. Я рассказывала об этом на своем канале, когда я только получила этот флакон, я говорила, я очень хотела найти там Дюну, но нет, Ганимед — это холодный аромат, да, он современный, в нем чувствуются какие-то нанотехнологии, какие-то элементы будущего, в нем чувствуется минеральность, какая-то где-то местами пыльность, есть в нем какая-то кислота, но в нем нет этой горячей планеты, которая есть в Дюне, которая в основании сюжета, в нем нет пустыни, в нем нет этих горячих песков, в нем нет этой песчаной бури, в нем нет огня, а именно огонь. Мне кажется, это самое главное, что ты ждешь от аромата, который должен пахнуть как фильм Дюна, да, как картинка из фильма «Дюна». Тем не менее, Ганимед, он остался в моем шкафу. Это достаточно хороший, качественный, красивый аромат, на который выпустили большое количество аналогов, да, вдохновений. И я, в принципе, уже забыла даже про свои ожидания ровно до тех пор, пока у меня в руках не оказался этот потрясающий аромат. И мне настолько понравился этот аромат, что я решила, надо среди моих девочек, подписчиц Телеграм, обязательно разыграть хотя бы 5 мл. Я разыграла этот аромат, я знала, уверена была, что он понравится победительнице однозначно, просто по-другому быть не могло, и победительница действительно откликнулась и написала отзыв, восторженный отзыв, за что ей огромное спасибо. И я хочу, очень хочу обратить ваше внимание на этот аромат, потому что это действительно для меня Дюна. Потому что, да, здесь остались эти нанотехнологии, эта минеральность, этот элемент будущего. А в нем осталась и холодность, и кислота, потому что здесь есть базилик
и он дает такую сочную зеленую ноту на старте. При этом здесь есть ладан, который, наверное, и дает огонек этому парфюму. Здесь есть шероховатость, здесь есть какая-то песчаность. Но самое главное, здесь такая уютная, даже не побоюсь этого слова, теплая орехово-амбровая, как будто бы база. Аромат, в отличие от Ганимеда, имеет и холод в себе, и огонь, пожар. Эту огненную пустыню, эти пески и вот эти огромные металлические машины страшные, которые как гусеницами, да, перебирают вот этими своими металлическими ножками, когда они собирают эти специи, которые служат для телепорта, перемещений космических кораблей из одного мира в другой. В общем, просто пахнуть пустыней здесь было недостаточно. Должно было все соединиться. Это горячая пустыня, горячие пески, этот космос, эти новые технологии, этот металл, этот камень, эти новые миры, все вместе должно было соединиться, и все вместе идеально соединилось в аромате фэшн-терапии. Ну и, естественно, когда мы на днях с мужем отправились на премьеру второй части «Дюны», от которой мы тоже остались в восторге, очень, кстати, рекомендую сходить, какой аромат я выбрала? Конечно, это был Дональд Франсис, фэшн-терапия. Конечно, нужно соблюдать дозировку, когда вы идете в такие места скопления людей. Буквально один микропшик, этого достаточно, чтобы он был вокруг вас и никого не напрягал. Но я его слышала до утра. Как, в принципе, я и озвучила, что это несмываемый, просто неубиваемый, безумно яркий, стойкий, красивый аромат, многогранный, играющий. В общем, все мои самые большие хвалебные оды заслужил этот аромат, это 100%. Теперь, друзья, по поводу магазина очень важно озвучить информацию. Ни в коем случае не хочу, чтобы вы воспринимали это как рекламу, потому что на самом деле с магазином Parfum Prestige, вот так вот выглядит их логотип. Этот магазин есть в нашем городе Ставрополе, поэтому если вы будете у нас в гостях, обязательно его посетите, там огромное количество брендов. И я являюсь клиентом этого магазина уже на протяжении нескольких лет точно. Я даже в конце этого ролика пройдусь к моему шкафу и покажу вам, какие ароматы я там покупала. И на моем канале есть, ну, точно где-то 3 видео, где я рассказывала о своих покупках, рассказывала об этом магазине, показывала распаковки, тоже я там делала. И я не знала, кстати, что у них есть, оказывается, сайт. А на сайте ограниченное количество представлено брендов. Я не знаю, почему так, но спасибо магазину, что он для моих зрителей приготовил промокод на 25% скидку. Но эта скидка действует именно на бренды, которые представлены на сайте, потому что в магазине, если вы офлайн к нам придете, да, в магазин Parfum Prestige, там огромное количество, там просто вот так вот стенды по брендам, просто глаза разбегаются, и я тоже по возможности бываю в этих магазинах, мне очень нравятся какие там девушки-консультанты, очень вежливые, заботливые, 100% оригинальная парфюмерия, и вот пройдясь по сайту, я увидела, что у них есть возможность оплаты долями, это очень важно, знаю, для зрителей, и у них бесплатная доставка, по-моему, от 5000 рублей, и вот теперь есть промокод 25%. Что бы я там посоветовала? Очень хорошая цена получается на бренд Ричард. Очень хорошая, кстати, цена получается на бренд Дональд Франсис. И из Ричарда, к сожалению, есть только 2 аромата. Ограничения, на которые не действует этот промокод, это белый шоколад и белый шоколад экстракт. Кстати, это мой самый любимый аромат у бренда, хотя сам бренд Ричард это не мое. Но белый шоколад экстракт мне нравится тем, что он не похож ни на что, потому что многие ароматы бренда Ричард, они вдохновлены какими-то хитами. Я думаю, это ни для кого не секрет. Но есть еще один аромат, на который действует промокод, который отлично будет на летний период, на теплую весну, это ананас. И мне он тоже очень нравится, потому что он тоже ни на что не похож, ничего мне не напоминает. Он шипучий, он сочный, он молодежный, он беззаботный, он именно когда уже ты устал от всех этих тяжелых ароматов и хочется просто побаловаться чем-то свежим, сочным, приятным. Это как раз тот вариант. Вот ананас мне нравится. Наверное, это единственный аромат, который я бы вот добавила в свой шкафчик. Вроде бы всю нужную информацию я озвучила, а теперь пойдемте по мой парфюмерный шкаф, и я быстро пробегусь по тем ароматам, которые я приобретала в этом магазине. Там я познакомилась впервые, друзья, с моим ароматным «Я». Это Mortal Skin, и первый свой флакон я купила именно там, Mortal Skin. Там же я покупала ночную дозу от Virtus. Многие ароматы от Coquelette я там приобретала, у них должны быть также и миниатюры.
Все мои Ариза Легранд шикарные ароматы. Все куплены именно там. И есть еще на примете парочку. А еще там есть много ароматов от бренда Omnia Parfumi, и там я приобретала свою любимую белую Мадеру на день рождения себе. Вот эту вот снятость также я приобретала там, и еще в старом дизайне приобретала прекрасную Ани Гюталь. Сейчас ее флаконы выглядят уже иначе. Ну а потом я для аватарки начала делать стоп-кадры и забыла попрощаться, поэтому спасибо за просмотр. Увидимся в следующих роликах. Пока-пока.